Как хорошо! Сегодня суббота, прям суббота. Ваня укладывает Анечку спать, потому что первый раз не получилось. Но она, в принципе, проснулась около 6 утра и сейчас не спала. Сейчас покупались мы, поиграли, позагорали в тенечке. И вроде как она пошла спать. А мы здесь с Надей. У нас обед. Мы будем обедать. Нарезала половину арбуза, хорошенький арбуз, такой сочный. Да, так что мы сейчас будем с Надей есть. Надо, главное, Ване чуть-чуть оставить. А то мы сейчас вдвоем все слопаем. Вот, что хорошо у нас здесь. Отдыхается чудесно. Вкусненько. Просто как вкусно, боже мой. Хороший, да, арбузик? Никогда не брали. Мы накупались. Анюта поспала, пообедала. У нее сейчас десерт, кушает арбуз. А мы будем завтрака обедать. Я приготовила вот такой вот салат. Здесь много всего. Все очень вкусное. С заправкой вкусной. И хлебушек с различными зернышками. Вот. А на ужин мы уже на костре сделаем рыбку, разные овощи. Да, 100% на костре. На вот этой, да. Угу. Так что мы сейчас будем кушать. Всем приятно. Фильм «Кто убил Блэк Бэр?» Да, мы вчера начали. Интересно. Да. Я вообще люблю такие фильмы, когда про историю. Но, насколько мы поняли, здесь много выдумки. Да. Что вот типа было? Интереснее. Да. Что мы садимся кушать. Приятного аппетита. Вы видите? Да. У меня всего 118. Сейчас, ты напиши свое имя. Я что, пропал? Не попадал? Ну, знаешь, она, когда не вибрирует, значит, не попадает, мне кажется. А нажми, ну, как меня... вибрирует.
прям следующая, а? Так. Аня, держись. Ну, у меня один раз, Надя, Надя два раза, да? Да. А ты, получается, три или четыре раза. Так, Аня, не расстраивайся, ты чего? Что такое? Мама проиграла. Все нормально. Давай, Надя, у тебя получится, мы в тебя верим. Давай. Все хорошо, малышка, все хорошо. Ну а только начала танцевать, и все закончилось. Смотрите, мы с Ваней посадили пальмочки по обе стороны нашей кровати. Потихоньку получает законченный вид эта территория. И замульчировали корой. Сейчас поближе подойду, покажу. И еще, кстати, мы очень хотели посадить нашу пальму, которую нам соседка вырастила и подарила. Хотели вот сюда посадить. Ну, то есть вот так вот спускаетесь к бассейну, и с этой стороны была бы пальма. Но мы вырыли яму. Во-первых, яма глубокая не получилась, плюс там провода, трубы проходят, и поэтому это место нельзя тут особо ничего такого посадить. Как эту пальму. Вот. Для вот этого места мы уже купили. Тут нужно будет пилой
срезать пни, корни. Вот тут вот вообще, смотрите, видите, пень какой-то. То есть нужно будет эту зону хорошо так освободить, чтобы можно было посадить. Вот. А эта пальмочка в итоге будет все-таки вон там расти. Короче, там мы уже на месте решим. Ой, боже, как красиво. Ну, это нереально красиво. Вот смотрите, какая красота получилась. Кайф. Кайф, кайф, кайф. Они прям как тут и были. Просто сказка. Вот. Ваня с Надей там уже барбекю. Жарят овощи. Я накрыла на стол. Что сейчас скоро будем ужинать. Анечка спит. А, вот еще гортензию посадила голубую. Точнее, синюю даже, наверное, да? Вот, тоже все сделала. Я думаю, она здесь приживется очень хорошо. Вот, кстати, мои прошлогодние гортензии зацвели. Вы посмотрите, какой огромный, просто гигантская зефиринка. Вот еще одна. И на подходе еще много. Как зацветет. Вот я ее подкормила. Листики стали более зелеными. Вот это тоже пошли уже зеленые, прям сочные такие. И вот эти тоже приобретают более темный вид. Здесь тоже каждый этот будет цвести. Это тоже розовая, тоже прошлогодняя гортензия. Единственные гортензии, которые не выжили, это те, которые, казалось бы, что должны были... У меня на них были больше ставки, которые были в лесу. У нас же здесь лес, тут кислая почва, сосны. Из трех, которые здесь жили, жива только одна. Она пустила два росточка. Вот, кстати, надо сейчас ее полить. Может, все же выживет. А нет, даже 3-4. Вот это ее старые веточки, которые не выжили, сухие. И все. Вот, я думала наоборот, что, ну, как бы были у меня сомнения. Сейчас полью, принесу водички. У меня были сомнения по поводу тех гортензий, которые были в кашпо. Но, как видите, в открытом грунте не захотели мне жить. Вот. Так что там, я думаю, отличное место. Там в любом случае будет тень. Какое бы мы решение в итоге потом не приняли. Вот под дубом там будет ей хорошо. А Ваня уже приготовил овощи. Уже жарит рыбку. У нас дорада сегодня. Вкусно. Сейчас. Я их зажарил, если мне так нравится. Не сгорели. Выглядит бомба. Готовлю по рецепту. Юлия Высоцкая. Бедная, я выросла на ее рецептах. Я ничего никогда не готовила, но благодаря ей я узнала, что такое фенхель, спаржа. Ты прям это помнишь? А? Ты прям помнишь это, как ты это узнала? Да, я вот всякие такие... А потом, когда приехала сюда, в Испанию, я увидела эти овощи и здесь их попробовала. Спаржа, да? Да, спаржу я в Испании первый раз попробовала. Да, мы тоже, я не помню, как мы ели. Устала? Молилась? Мы, в общем, ребята, очень вкусненько поели. Потом позанимались еще садоводством. Пока не стемнело, глаза не повылазили. Ничего не видно. Да, потом мы зашли, сыграли немножко в этот битсейбер. Надя уже была, говорит, я никакая, у меня сил нету. Мы с Катей сыграли пару разочек. И все. И аккрупейшн. Да. Короче, сегодня такой очень продуктивный день. Ну, дел много сделали. Сделали, да. Так что, все, ребят, будем с вами прощаться. Увидимся с вами завтра. Надя уже ушла в люлю. Говорит, я это не могу.
Ага. Что-то она сдает. Раньше такая была, это, энергичная, мощная. А сейчас... Ну, всегда спать хотела. Ну не так. А сейчас это, 10 часов, ой, как поздно, пора спать. Мы ее немножко задержали, но так она уже все, спать пошла. Все, всем пока-пока. Пока-пока.